Сегодня в Прайм Муждабаев. Народный депутат Украины, заместитель главы комитета по вопросам европейской интеграции Мария Ионова. Говорим о позициях Украины на международной арене. Что делают в парламентской ассамблее Совета Европы и других международных институциях для возвращения Крыма? Как мы намерены освобождать своих политзаключенных и какую роль в этом играет дипломатия? Каковы шансы Украины на полноценную евроинтеграцию и на вхождение в НАТО и ЕС? Сегодня в 21:00 на телеканале АТР.